Роман, вы про тенора говорите? Да, теноровая партия есть. Теноровая партия для женского хора, она адаптирована в женском трехголосе. Если вас не смущает петь в скрипичном ключе, то да, есть возможность гласы освоить у нас. Спасибо большое за ответ. Во славу Божию. Наталья, в вашу онлайн-школу очень хочется записаться и записать дочку. Прекрасно. Александра, есть записи детских хоров ваших, и как их можно послушать? Да, Наталья, есть. Смотрите в ВК, в ВКонтакте. У меня на страничке есть сообщество. Ну, это вот как бы мой хор, там с литургией есть несколько песнопений. Есть большой наш хор «Благо». Прям так набираете. Детский пархиальный сводный хор «Благо». У них тоже есть отдельная страница. Там тоже выложены записи с наших концертов в театре. И на сайте patriarchia.ru есть божественная литургия с патриархом Кириллом в 2019 году в Москве. Мы были на престоле в Свято-Николаевском храме у владыки Фомы. Накануне нашего конкурса мы попали еще раз на патриаршу. Уже в составе 70 человек, уже в Москве. Можете найти на сайте patriarchia.ru этот ролик. Там прям от начала до конца мы поем вместе с патриаршим хором. Там не антифонное исполнение, у каждого свои песнопения, мы так поделили. Вот, но есть и звучание, есть и съемки детей, и как это все происходило, и наши горящие глаза. Да, все это можно послушать.